Ну вот, наконец-то я достаточное время протестировала очищение из линейки ISUL и хочу вам рассказать, поделиться своим мнением. Как это все выглядит в каталоге? Ну, например, сейчас работает каталог номер 16, и в нем вот на таких ярких красочных разворотах это очищение, как правило, скомплектовано вместе на одной страничке. И у меня все три средства: гидрофильное масло, пенка очищающая и тоник. Ну, начнем со всего по порядку. Написано: суперочищение, двухфазное очищение и тонизирование кожи. Три обязательных этапа красоты. Соглашусь полностью. И сразу такое краткое резюме. Этим очищением я осталась довольна. Довольна настолько, что я не хочу возвращаться к обычному своему. У меня была мицеллярная вода, пенка и тоник. Сейчас у меня получается гидрофильное масло, пенка и тоник. И все это из одной линейки с корейскими ингредиентами ISUL. Гидрофильное масло, начнем с него. Это первый этап очищения. Артикул 0844. И за то время, сколько я им пользуюсь, израсходовалась, ну, какая, наверное, пятая или шестая часть флакона. И достаточно быстро расходуется. Ну, например, у меня, я не знаю, как у вас, а мне нужно целых 4 нажатия для того, чтобы хорошенько умаслить личико. Один нюанс: ни в коем случае не наносите на область вокруг глаз или, ну, в том числе на сами глаза. Не пытайтесь смыть макияж. Если попадает на слизистую глаз, то это очень неприятные ощущения. Поэтому старайтесь избегать и даже близко к глазам не наносить это гидрофильное масло. Ну, в общем, вам не понравится, если попадет в глаза. Что такое гидрофильное масло? Это масло, которое может смешиваться с водой. Гидрофильное масло можно сделать из абсолютно любого масла. Вы можете взять дома подсолнечное, смешать его с эмульгатором, который вы можете купить в каком-нибудь магазине для крема варенья, мыла варенья или, в принципе, для рукоделия. Вы можете сделать любое гидрофильное масло сами. Но сколько бы я ни пыталась сделать гидрофильное масло сама, у меня не получалось нормальной формулы, вот так, наверное, да, сказать. То есть я вводила различную процентовку, лучше 10% эмульгатора, 90% масла. Я делала и больше, но тогда начинаю пересушивать кожу. В общем, я не нашла той идеальной формулы, плюнула, выбросила все, что я делала, у меня не получилось. Ну и сколько мне советовали купить гидрофильное масло от других марок, я не покупала из-за своего негативного опыта. Ну, а здесь я уже говорила, прошла марафон по использованию линейки ISUL и решилась на очищение, и вообще ни капельки не пожалела. Это гидрофильное масло, в отличие от моего самодельного, прекрасно наносится, прекрасно работает, ничего не сушит, то есть здесь вот этот баланс соблюден. Написано, что в состав входят натуральные масла и эмульгатор, который с водой в контакте с водой превращает масло в легкое молочко. Это так и есть. И причем, когда мы... Я что делаю? Я наношу вот 3-4 нажатия на руку, распределяю по лицу и начинаю массировать. Вот прям на макияж все это наношу и начинаю массировать. Это просто для меня доставляет огромное удовольствие. Во-первых, лицо сразу преображается. Во-вторых, аромат. Да, сразу скажу, все линейки цитрусовые ароматы. Если вы не поклонник таких ароматов, то вам, скорее всего, не понравится. Для меня... вот это масло пахнет апельсином, причем вот этими серединками с соком долек апельсина, то есть это без горечи, без химозности какой-то, и аромат ненавязчивый, он очень легкий, и я просто вот стою, и я не знаю, минуту-полторы просто все это массирую, ароматерапия у меня идет в этот момент, я наслаждаюсь, вот этим маслом я реально наслаждаюсь. И я уже порекомендовала, дала попробовать просто супруге моего брата. Я, как она, невестка, да, называется. Я вот эти все родственные названия не очень запоминаю, и мне не, они какие-то грубоватые, мне кажется, поэтому я всегда говорю именно так долго, жена брата. Дала попробовать ей, она тут же купила эту линейку. У меня еще девчонки, я всем рекомендую покупать комплексом, потому что так будет правильно. Хотя люблю миксовать все, но в этом случае я взяла комплексом, и именно от комплекса я сейчас даю отзыв. Что еще хочу сказать? Вот здесь дозатор. Ой, ну я просто балдею.
знаете, еще пахнет, может быть, вот так же пахнет апельсиновая жевательная резинка, когда без каких-либо добавок апельсин, без цитрусов, без не цитрусовый микс, там, не апельсин там с чем-то, а именно вот такая разжеванная жевательная резинка, которую уже пожевали, вот так пахнет. Очень классно, сколько здесь у нас, 100 миллилитров, ну, я не знаю, наверное, на ноябрь, на декабрь мне хватит, а потом придется добавлять. Цена в каталоге разная, 479 рублей сейчас стоит это гидрофильное масло. Скидку 20% имеют все консультанты Faberlic, кто-то 26, если оплачивает 50 баллов в каталог. Ну, а если у вас нет, то вы можете без каких-либо проблем пройти по ссылке под этим видео, заполнить анкету и получить эту 20% скидку, вход в личный кабинет и там уже заказывать со скидкой. Следующий товар – это нежная пенка для умывания, 150 мл, водоросль Фулиго и провитамин В5 насыщают кожу питательными веществами, увлажняют, восстанавливают ее, используют пенку после масла. 0,850 у нее артикул. И 150 мл здесь пенки. Стандартная для нашей фаберликовской пенки объем. Стандартный объем. Что я хотела сказать, когда говорила в женском роде, я не знаю. Но что мне здесь нравится? Во-первых, мне нравится дизайн. Ну, вот мне просто нравится, как все это стоит. Это очень красиво смотрится вместе. Даже вот так вам сейчас покажу. Ну, правда, это все очень красиво стоит. И я... Кто меня смотрит, знает, люблю, чтобы на полочке в ванной все было красиво. И из-за этого не покупаю никакие пенки, кроме Renovash. Ну вот теперь уже и Renovash ушла на второе место, потому что здесь тоже есть запах цитруса, но здесь уже не такой, как в гидрофильном масле, но, по крайней мере, по моим ощущениям. Возможно, отдушка одинаковая, но здесь со смесью масел уже придает один оттенок аромата, а здесь другое. Для меня здесь больше, наверное, сока грейпфрута. Вот так. То есть не лимона. Лимон, знаете, бывает очень ядреный и химозный. Здесь нет. Тоже очень легкий аромат. Пенка выходит очень нежная. Ну, можно сравнить с Renovash. Ну, вот из-за аромата она кажется совершенно другой. Так, нанеси пенку на увлажненную кожу лица массажными движениями. И смой теплой водой. И вот как раз пенку можно использовать и на глаза. Я вчера специально умывала глаза этой пенкой и открыла их для того, чтобы понять, будет щипать или нет. Сразу оговорюсь, мои глаза очень чувствительными. Им даже не подходит двухфазные средства, которыми спокойно пользуются люди. У меня от них начинается щипание, жжение и слезотечение. Я могу пользоваться только одной двухфазной жидкостью, это Лореаль. Все остальные, даже люксовые, вызывают у меня абсолютно те же самые реакции. Так вот скажу, что вот эта пенка слегка-слегка что-то там начала мне, ну, как будто бы щипать, но это вообще не то. То есть, если у вас не такие глаза, как у меня, вы ее абсолютно не ощутите. Благодаря наличию питательных компонентов не пересушивает кожу, освежает ее и дарит ощущение чистоты. Это я абсолютно все подтверждаю. Очищает кожу от макияжа, скопившегося себума и городской пыли. Девчонки, вот реально все очищает хорошо, несмотря на то, что масло, казалось бы, что-то масло может смыть. Оно может только все развести по коже вот так вот разводами. Нет, вот эти два средства, они просто очень круто работают вместе, и я вам их однозначно рекомендую. За то же самое время использования, я честно не помню, сколько было вот здесь по верхней границе, масло-то было прям полное, прям под завязку. Здесь не помню, но израсходовалось за то же самое время, ну, наверное, примерно столько же, сколько гидрофильного масла, но... Пенку я сейчас использую только вечерами, только в сочетании с гидрофильным маслом, а утром я пользуюсь муссом Биомика, который тоже мне просто, ну, как понравился. Ну, об этом потом. О Биомике, о линейке все-таки тоже нужно цельное впечатление вам сказать, и не об отдельном средстве. Ну, про мусс сразу могу сказать, можно брать. Витаминный тоник для лица. Здесь всего лишь 100 мл, и выглядит он вот таким нежно-розовым, симпатичным, красивым. И 100 мл, кто-то скажет, что все объемы все меньше и меньше. Я честно обрадовалась, потому что нежный тоник я использую уже, наверное, подряд, не знаю, 4-й, 5-й, не знаю какой. Я пользуюсь только нежным тоником.
И он мне надоедает, он мне просто надоедает, но я пока его ничем не могла заменить. Сейчас я могу его заменить на ISU, и когда он у меня закончится, он закончится, ну, конечно же, быстрее, чем 150 миллилитров, меня это будет радовать. Я лучше буду чаще делать покупки, но буду что-то менять. Возможно, к тому времени у нас еще что-то выйдет, а возможно, нет, я опять захочу этот купить или нежный, но, по крайней мере, у меня будет возможность купить что-то еще. Вот я, да, я вот такая. Кто-то хочет сэкономить, тому, конечно, больше объем покупать гораздо приятнее. Содержит экстракт азиатской шелковицы белой, витамины В, С и Е. Они восстанавливают липидный слой и заряжают кожу энергией, помогают коже удерживать влагу, подготавливают ее к последующему уходу. Ну вот я этот тоник использую тоже только вечером. Все три ступени только вечером. Это у меня вечернее очищение. Масло, пенка и вот этот тоник. У него тоже свой аромат. Я даже не знаю чего. Я даже не знаю, чего из цитрусов и из цитрусов ли вообще. Потому что ну, здесь вот для меня нет ярко выраженного цитрусового аромата. И давайте посмотрим, как он бьет струей. Отлично. 0852 артикул. Так, и совместная разработка Faberlic Россия и Биоспектрум Корея. Это вот то, что написано на флаконе. Способ нанесения. Нанесите кожу, тоник на чистую кожу лица, позная истинные ритуалы корейской красоты. Что хочу сказать. Вот так я не наношу на лицо распыление. Я наношу сначала на руку или на диск. Вообще сначала я доочищаю все, что я не очистила двумя предыдущими этапами. То есть сначала это все наносится на диск, я доочищаю лицо, и в самом финальном этапе я могу просто для того, чтобы увлажнить лицо, нанести еще на руки и вот такими вот промакивающими движениями нанести тоник. Но что хочу сказать. Я стала замечать, что как будто бы вот этот третий этап сушит лицо. То есть когда я использую не этот тоник, а нежный, у меня лицо не такое стянутое, как после вот этого тоника. Это будет, наверное, приятным бонусом для тех, у кого жирная кожа, потому что это стянет поры и не будет повышенного выделения сала кожного. И для тех, у кого сухая кожа, я думаю, что им это не так понравится, потому что у них и так проблема стянутости, и им дополнительное не нужно. Но, опять же, здесь я говорю о своих индивидуальных впечатлениях. У меня сейчас кожа все-таки ближе к нормальной или комбинированной. То есть Т-зона у меня жирнится, а щеки у меня в абсолютно нормальном состоянии. Нет никаких шелушений, нет зон сухости. Но вот это ощущение после тоника хочется пойти, побежать и нанести побыстрее крем. Вот это есть. А после нежного тоника такого нет. Я этот эксперимент проводила, и вот этот тоник немножко подсушивает больше. Даже не подсушивает, нет какой-то... Нет, знаете, вот на ощупь кожа совершенно не сухая, но она стянутая. Возможно, это эффект подтяжки, я уж тут как только не думала, возможно и так. Если нет, то, ну, не знаю, девчонки, ну вот такую особенность я заметила. Это не критично, это не сильно напрягает, но все-таки это есть. Я думаю, что вот этот тоник я закончу, а может быть вообще оставлю его до лета. Летом этот эффект будет незаменим. Когда лицо все распаренное жарой, раскрыты поры, он будет классно. А сейчас я, возможно, вернусь и вот в эту линейку добавлю все-таки нежный тоник свой, который у меня, видимо, был, есть и будет. Ну и цена в каталоге у тоника 299 рублей, у пенки 389. Я считала, что вся вот эта линейка стоит 1167 рублей в каталоге. Это до скидки. Тем, кто регистрируется, дается 20% скидка, потом добавляется сумма доставки. Доставка всегда платная, но скидка компенсирует эту доставку для большинства регионов. Поэтому вам, конечно, выгоднее заказывать самой, чем у консультантов. По крайней мере, вы не будете переплачивать. И за заказ, ну, к примеру, этой линейки, вам будет начислено определенное количество баллов после оплаты, и вы их сможете выменить на подарок. Ну, а если к этой линейке добавить еще чего-то до суммы 1999 рублей, то в следующем заказе за 1 рубль любой из этих ароматов вам придет в подарок. Вы заплатите всего лишь 1 рубль. Вот такие интересные условия покупки. Кому интересно, регистрируйтесь, попадете по этой ссылке непосредственно ко мне в команду.
Я буду вашим персональным помощником. Я не заставляю покупать, я не заставляю продавать. Все только по вашему желанию, по вашему усмотрению. И чтобы вы получали удовольствие от покупок. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было полезно. Пишите свои отзывы в комментариях. Ну, а с вами была Марина Соловьева. Всем пока.